С вами сегодня встречаете модный эксперт Лера Сова и ваша ведущая Надежда Исайкина. Ну и начать хочется с практичной модели, но между тем очень-очень-очень летние. Посмотрите, сколько у нас цветов есть в наличии. Это Бриджи Палермо. Я думаю, что это уже знакомая модель многим, хит, который заказывают наши телезрители. Ну и у нас целая палитра цветов сегодня. Вот самый первый цвет, который вы видите, это зеленый. Угу. Так, посмотрите, какой яркий, чистый цвет неба. Дальше у нас василек, яркий синий цвет. Так, васильковый цвет — это тренд. Далее темно-синий для тех, кто любит черный. Пора уже поставить на паузу свои увлечения и предпочесть темно-синий. Отлично странит, гораздо лучше, чем черный. Ну вот, отличная идея. Давайте посмотрим на подиум. Девочки уже готовы представить вам готовые образы. Итак, друзья, Бриджи Палермо. Сочетаются. С чем? Да совсем они сочетаются, да, Лер? На самом деле, да, и причем у нас получается, знаешь, очень разные образы, да. Вот сейчас у нас на Лале темно-синий, как раз, кстати, обратите внимание, как здорово они стройнят ножку. И образ получился достаточно лаконичный, такой в пудровых тонах, очень элегантный, я бы сказала. Да, согласна с тобой, очень освежающий образ. Посмотрите, вот они, готовые хиты этого лета. Бриджи вообще призваны быть удобной моделью, так ли это? Да, абсолютно точно, тем более, что летом нам, конечно, хочется больше комфорта, да, нам хочется удобства, потому что у нас отпуска, потому что у нас дороги, прогулки, в конце концов, и, конечно, вот этот вариант для нас самый оптимальный, потому что здесь у нас стретчевая ткань, здесь у нас достаточно плотный трикотаж, кстати, на матовой фактуре. Почему я всегда акцентирую внимание на ней, потому что матовая фактура стройнит, пожалуйста, имейте это в виду. Ну и к тому же у нас здесь широкая резинка на талии. Смотрите, оп, насколько хорошо она тянется. Ага. Даже она очень упругая. Друзья, но ведь это же брендовая вещь, бренд Лавира. Приобретая Бриджи Палермо, вы знаете, что это гарантированное качество, высота исполнения. Так, что с посадкой, Лер? Вот, смотри, специально я прям повернула вот так бочком, чтобы вы увидели, насколько высокое здесь высокое сиденье. А зачем нам высокая посадка? Ну, во-первых, это комфорт, да, потому что когда у нас посадка высокая на талии, мы фиксируем бриджи, то они у нас не скатываются, не сползают, не подрезают, что очень важно, да, никакие бочка нам не делают, не нужны. И, кстати, животик тоже подтягивает. То есть они не перерезают нашу фигуру. Вот сейчас видно, смотрите, бочка у Лали сверху закрыты бриджи. Лали, уж прости, что я так все напрямую. Животик закрыт бриджами Палермо. Бока подтянуты. Вот какой силуэт ждет вас. Лали носит 52-й размер одежды. Ориентируйтесь, пожалуйста, на красоту. Лера, скажи, пожалуйста, вот эти бриджи, они действительно смотрятся очень ярко, но меня интересует, как подобрать размер, потому что они смотрятся мало то, что я ярко, еще очень какие-то компактные на вешалке. Не надо ли брать нам на размер больше? Вот меня терзает сомнение. Ну, смотри, я рекомендую поступать следующим образом. Если у вас верхний тип фигуры, как у нашей Лали как раз прекрасный, если у вас пышная грудь, если у вас есть, например, животик, как правило, у таких барышень очень сухие стройные ножки. Берите тогда размер в размер. Если бедра пышные, если у вас тип фигуры песочные часы или нижний, берите на размер побольше, пусть более комфортно выглядят бриджи. Ну, да, да, давайте возьмем на размер побольше. Девочки, присядьте, чтобы мы посмотрели, как эти бриджи тянутся. 3, 2, 1. Хоп! Мы показываем вам, что посадка ни сзади ничего не топорщится вот здесь вот. Мы видим, что наши бриджи обнимают мягко, и мы видим, что колени, внимание, давайте посмотрим, вот он, возвратный эффект. Еще раз, что за ткань? Да, причем колени не вытягиваются, да, и вот не получается этого лишнего объема. И, кстати, не ползут вверх по ноге, держатся на месте, потому что у нас там еще манжетик есть такой фиксирующий. Это удобно. Да, и у нас там, кстати, есть еще, ты знаешь, такой шнурочек эластичный, который можно подтянуть, если бриджики вам более свободны. Ну и, конечно, ткань. Еще раз хочу на ней сакцентироваться, да, ткань плотная, при этом
стрейчевая. Угу. Ткань тянется, манжета позволяет нам не подтягивать без конца, не отдергивать эти бриджи, потому что они сидят идеально. Давайте посмотрим более детально на вот эту конструкцию. Да, итак, причем, смотри, здесь фиксатор есть. Кстати, угу, вот обратите внимание, да, можно нажать кнопочку и вот так вот его подтянуть, чтобы они держались ровно на той ширине, на которой вам нужно, да, угу, и вы их не подтягивали. И, кстати, здесь еще такие декоративные вот шнурочки, такой угу, элемент очень женский. Да, кстати, когда у нас есть аксессуары, это говорит о качестве производства. В данном случае мы с вами сталкиваемся с Лавирой. Это бренд, который шьет эффектные вечерние платья. Друзья, напоминаем, что размеры есть пока все до 60-го. Вау! И да, слушай, Лер, подскажи, вот желтый яркий цвет можно в 60-м, в 58-м посоветовать? Ты знаешь, на самом деле абсолютно можно. Главное, правильно подобрать верх. Вот если выбрать такую длинную тунику, как мы предлагаем сегодня, то почему бы нет? Лето же, солнце. Согласна. Итак, берете до 60-го размера бриджи, обязательно заказывайте верх. У нас будут туники, у нас будут топы. Давайте еще раз покажем все-все-все цвета, какие у нас есть в наличии. Давай, с удовольствием. Яркий, красный. Красный, да. Летний белый цвет. Без него не прожить это лето. Василек, который нам очень нравится, очень яркий цвет. Итак, Василек, темно-синий. Я советую вам поторопиться. Лето в зените. Успейте заказать свои бриджи. Бриджи — это неотъемлемый атрибут любого гардероба. Смотрите, у нас есть еще и красивый малахитово-зеленый. Зеленый, да, зеленый. Кто еще не успел, эти бриджи часто появляются у нас в эфире. Но лето не ждет. Друзья, если вы еще откладывали покупку, еще ее не сделали, я хочу, чтобы вы сейчас позаботились о себе. Теплые деньки уже в разгаре. Выбирайте свой цвет. Зеленый, голубой, темно-синий. Темно-темно-синий, да, красный, белый и желтый. Желтый.